Коллеги, рядом со мной Александр Ежов, наш гость, наш партнер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Очень приятно. Давайте немножко пообщаемся, наверное, на форуме. Как все проходит? Нравится ли вам? Да, очень-очень нравится. Третий день посещаю мероприятие. Много интересных тем поднимается. Сейчас, как уже, наверное, многие отметили, время турбулентности. И идет перестройка цепочек поставок, выходят новые игроки. Поэтому, да, очень много интересной информации почерпнул. Турбулентность, но при этом, я так понимаю, полет проходит нормально. Я так понимаю, в заданную точку. Вот про нее давайте и поговорим. Да, да, все верно. И мы готовимся активно к выставке World Food, которая будет проходить в сентябре с 20 по 23 число. И опять-таки с командой Ирины Ратиной, с Retail Tech готовим впервые совместное мероприятие, которое, я уверен, пройдет так же успешно, как и текущее мероприятие. И мы узнаем о новых игроках, о новых возможностях для них. И да, спасибо. Да, наше время и World Food, мы, конечно, говорим, что какие-то игроки рынка уходят с нашего поле зрения, но при этом при всем мы понимаем, какие игроки и какие огромные производители, какие страны с нами еще остались. Я так понимаю, выставка все равно будет богатой. Да, конечно. Как гласит наша прекрасная пословица, свято место пусто не бывает. И как только уходят одни игроки, освобождают ниши определенные, на их место сразу приходят другие. Более того, есть ощущение, что как только новые игроки придут к нам на рынок, старые тоже захотят вернуться. И от этого только мы, как потребители, окончательные, конечные выиграем. Потому что будет их соперничество, которое отразится на ценах, мы надеемся, и нам, простым покупателям, будет, конечно же, приятно. Может быть, еще какие-то напутственные слова для всех игроков рынка, для производителей или ритейлеров от вас? Ну, как уже многие спикеры отмечали, что во времена неопределенности появляется огромное количество возможностей, и главное их использовать, поэтому я всем желаю эти возможности находить, использовать и достигать новых целей, новых вершин. Спасибо большое. Да, и до встречи на выставке в сентябре.